Плесецкий – еще одна достойная кандидатура для вхождения в наш зал славы. Но всему свое время. Ленда Мюррей родилась 22 февраля 1962 года в Детройте, штат Мичиган, США. В школьные годы увлекалась бегом, а также была участницей группы поддержки. В 1985 году Ленда начала заниматься бодибилдингом. После нескольких региональных побед через 4 года Мюррей стала профессиональной культуристкой, победив на чемпионате Северной Америки. В 1990 году она одержала победу на «Мисс Олимпия», с чего началось ее доминирование на этом престижном турнире. 5 побед подряд и 2 вторых места. В новом веке Мюррей еще дважды занимала первую строчку. В 2004 году она финишировала второй, уступив Айрис Кайл. После этого знаменитая чемпионка решила оставить большую сцену. Смотрите далее. Философия бойца. Памяти Леонида Жаботинского. В Новый год с новой силой.